Все, я думаю, ребят, я придумала, какой я суп сварю. Я что-то там захотела. И сейчас обзор покупочек. В общем, зашла я в 1000 мелочей, такая, блин, я швабру выкинула. Ну, такая же она уже вся развалившаяся была. Ну, что быстро там, ну, кошки, собаки, сами понимаете. И купила вот такую швабру. Очень мне денег сегодня тратить не хотела. Но получилось, что захотела. Такая швабра. Она стоит 699 рублей. И горшки мыть кошачьи. У меня был хороший ёршичек. Отлично. Я взяла его, выкинула. Но, понимаете, да, перчатки же, они тоже денег стоят. Я постоянно беру перчатку, там, губку и мою. А я сейчас такой выход нашла из положения. Они у меня раньше все время ходили в наполнитель. Но наполнитель, ну, сами понимаете, он раскидывается, разбрасывается. И я их приучила. Туалетную бумагу покупаю, рву, они раз, и на выход, раз, и на выход. И все чисто, и вот этим ёршиком мыть горшки. Потому что я, ну, вот один раз ходит, и все на полу. Один раз ходит, один, ну, все на полу. Зашла в Смарт, ну, немножко чего я купила. Еще я купила лаваш, может, шурму, может, что находим. Молочка. Несколько луковиц. И я сейчас поставлю варить рыбный суп. Это знаете, что было? Это с разбегу. Вцепил здесь мне в заднюю точку. И отпрыгнули. И семечки я взяла на эти, чтобы не жрать. Да, я знаю, что они калорийные. Но иногда им хочется. Ну, у меня было вообще такое, было как-то время, что я вообще их не хотела. А сейчас я их поем, и вроде там, ну, не все сразу, не вроде, и как-то не перехотелось. Так, кастрюльку жду курьера. И сейчас мы с вами быстро сварим рыбный суп. Мне как раз выстиралась посудка. Что туда надо? Картошка есть, лук есть. И рису немножко, все. Уж я ничего туда не кладу. Ну, моркушка. Если есть моркушка, то кину моркушку. Готовить будем уже, если будем, или просто, а что-то, ну что, все порубать, щи рыбные, да, нет, наверное, щи рыбные хотел, да, капуста есть, все порубать, кинуть, и все сварится, и запускай, пожалуйста, запускай, ничего тут сложного нет, так что, и тем более я уже с вами в этом видео готовила, сейчас быстро все порубаю, а потом пожрем, что-то прям так захотелось рыбных щей, не знаю. Купила вот, конечно, сайру на... А, по ценам. Так куда я уже делал пакет-то? Видите? О, курьер приехал. Сейчас. А это
Это все будет в другом видео. В общем, попробую вот эту. Да могу я ее прямо сейчас открыть. Это открою позже. Я, может, на дачу тебе попробовать. Мне маленькую кастрюльку хватит прям. Ну, нормальные. Ой, ну естественно. Ну что сделает Наташа? Сейчас по ценам, что почем. Так, ёршик я сказала, но это вдруг 66 рублей ёршик. Ой, я так суп хочу. Так, семечки наши по 34 рубля. Сардина по 68, а другая по 69 рублей. Ой, вру, да. 69 одна, а другая 67. Лаваш 29 и молоко 63 рубля. Ну, в общем, разницы никакой. Ну, слушайте, нормальные. Прям такие эти хорошие. Свит, вот, свит. Сардина. Вот это 69, вот это 67. Я хотела вот эту именно попробовать. Поэтому сейчас быстренько варю суп и едим. Что-то тошнит уже даже. А лук 30 рублей, что ли, килограмм? 31 рубль килограмм. А там подарки. Мне подарок. Но это все увидите в другом видео. Да, в принципе, я на поболтать, ребят. Что-то захотела я супчику. И уже видео записывала. Купила сардину попробовать. Да ничего. Знаете, что баночка-то хорошая. Ну, как бы, на вкус не знаю. Хочу рыбных щей. Я уже, конечно, готовила. Я прям быстро пришла. Сейчас я пока поставлю вариться. Пусть варится, пока не сварится. Ну что, сначала варим вегетарианские щи. Еще небольшую кастрюльку. Небольшая кастрюлька у меня. Капусту рубаем еще где-нибудь, призываем от домовка. Вот. Это не купила, но взяла бы чуть-чуть морковки. И сейчас рубаем капусту, картошку. Видите, какие ножки. Делаю немножко, поэтому мне хватит одной баночки, но в принципе они вкусные. Можно из любой консервы. Даже можно, знаете, из какой? Из кумбрии тоже очень вкусно. Ну и рассчитывать на всю семью. Как бы, да, там, ну, мне хватит на два раза за глаза. И поем, я думаю, с удовольствием. Я не знаю, воды, конечно, я не очень немного налила. Оценил было кастрюльку. Ну, добавить можно. Капусту рубаем еще где-нибудь, призываем, не забываем, да? Что-то мне Алиса все так. Нарублена. Или как там правильно-то? Можно скидывать. Но лучше побольше капусты, чем картошки. Я не знаю, я капусту молодая, не молодая. Я всегда капусту кладу сюда. Первой. Я люблю, чтобы капуста была разваренная. Еще я просто сейчас поставлю вариться окорочка и кину туда, когда я забуду, два пакетика риса. Вот так, ну, потом достану. В общем, один окорочок у меня пойдет на салат, если я захочу. А один так есть. Не буду ничего мудрить. Как говорится, поставил. Единственное, буду кидать, знаете, в какую воду? В кипящую.
я могу, потому что из одного окорочка, допустим, делать и салат, и шаурму мотать. Пусть будет вареный. Где моя большая ложка? Ай, Наташа. Пока сейчас я все порежу, потом украдочка так разделаю. Чтоб все, ничего не раскидывалось. Пакеты я не выкидываю. Разве их, ну, такие, которые можно, блин, а лук, смотрите, какой ужасный. И, по-моему, ядреный. Марусь, ты куда залезла? Это кошка. Она меня сведет с ума. Я без микрофона не знаю, как слышно. Опять забыла. Смотрите, какой лук. Ужасный, ужасный штука. Я сейчас брошу картошку и посмотрю. Блин, картошина-то. Одной хватит. И посмотрю, надо ли еще нашинковать капусту. Все кажется, знаете, что надо чуть-чуть еще. Сейчас же капуста варится. Капусту можно жрать килограммами. Ну и все, сейчас все сварится, и щи готовы. Я уже давно ничего, раньше пережаривала, сейчас давно ничего не пережаривала. Баночку туда вывалила, и пусть варится, пока не сварится. Не забываем поставить, кстати. Температурочки не увеличилась. Конечно, кто? Ну, вот рыбку можно было, конечно, без масла купить. Ну, ничего страшного. Тут масло можно будет.
Ну, добавив туда, если это масло растворится, в принципе, я не считаю, что чего-то там. Все. Лук с морковью и рыба. Я раньше набухаю картошки. Сейчас что-то не хочу. И морковку я порежу. Все. Самый мой ленивый. Завтра готов. Ой, горячо. Остается туда рыбку бросить, туда курицу бросить и все убрать. Кошки сидят, ждут чего-то. Я даже не знаю чего. Чего вы ждете? Ой, суп вкусный вообще. Можно добавить каких-нибудь зелени еще. Сейчас я их накормлю. А то давно не ели. Отрезать. И даже удивитесь, как курица вареная, а что я сделаю? Я сниму с нее кожу. Будет вареная она. Thank you.
удивило. Так вот. Сейчас я выкладываю. Все закипает. Может есть и просто вегетарианские щи. Здорово, вы полетели. Надо все убрать, картошку убрать, капусту убрать. Не умещается капуста. Никак ничего не вскипит. Все. Кто так может с такими ножами готовить? Только я. То один не нравится, то другой не нравится, то третий не нравится.